Меня зовут Дмитрий Нагорный. На сегодняшний день я стал третьим после этого фестиваля, третьим призером. Вот. Ну, а со своей жизни коротко родился в маленьком городе Донецке, Ростовской области, которого нет на карте, я очень малюсенький. Как другие пацаны, пошел в качалку. С этого все начиналось. Вот. Почувствовал, что результаты у меня намного быстрее растут, чем у моих сверстников. Так и начал потихоньку заниматься. Профессионально занялся силовым экстримом в 2007 году. Это прошел фестиваль в Лужниках. Вот. Попробовал, понравилось. Ну, естественно, первые блины были комом, как говорится. Вот. Занимал предпоследние места, но на этом не остановился и начал идти вперед. Почувствовал, что могу. Ну и в общем, сегодня это был первый старт в этом году. По итогам прошлого года тоже выступал, тоже занимал неплохие результаты. Вот. Всю зиму готовился, вылазил из спортзала, получил приглашение на фестиваль экстремальных видов спорта сюда, в Олимпийский, который, кстати, хочу сказать, был организован просто замечательно. Я рад, что в этот фестиваль мы с ребятами добавили тоже свою изюминку. Вот. Показали, что есть еще богатыри на земле нашей русской. Вот. И то есть будем стараться продолжать развиваться. Но что касается меня, я буду стараться выступать, побеждать, и так оно и будет. Спасибо большое. Внимание! Марш! Интересно, есть право выбора?